Всем добрый день, играем в Dead by Daylight за охотника. Так, кровавая пружина и мешок фиолетовый. Давайте. Капканчики. Пока это работает. Ага. Ну, видите. И кто-то уже раненый бегает из-за этого. Я буду рашить палетку просто, да и все. А, нет, не буду. А чуть как она туда попала, это интересно. Че, нет никого? Такого быть не может. Я же знаю, что тут кто-то был. Ну это чтобы они точно эту палетку сломали. Не знаю, есть там осколочек есть. А где Яга? Чертиком. Не понял. Ха!
Ну так сделаем. Оу, нифига себе, она быстро носится. Странно, почему я их не вижу постоянно? Орешек, да? Нет? Орешка нет тут. В смысле? Я же видел, тут кто-то был. А, во. А, вижу, вижу. Вижу, 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 вижу. Ну так я знаю, что там. Вероятно, осколок или что-то такое. Да?
А, тут крюка нет. Зря. Очень зря. Ну, неплохо, неплохо. Игроки, в общем-то, просто сильнее обычного. Наверное, очень много, да? 86 тысяч. Ой, два ранга. О, тут был первый ранг. Неплохо. И второй ранг. И навыки у них сильные. А, да ладно, даже объект одержимости был. Это глаз, типа, который... ну, с помощью этого глаза можно определять, где ман находится. Ну что ж, на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.